Сейчас моя коллега Татьяна Вахнина расскажет о наиболее актуальных новостях Алданского района. Здравствуйте! В эфире новости Алданского района. Врачи настоятельно рекомендуют уделить время и внимание профилактике простудных заболеваний. Потепление традиционно влечет рост случаев гриппа и ОРВИ. Большую часть заболевших составляют дети и подростки. Пока эпидпорог не превышен, однако в ближайшем будущем медики прогнозируют подъем заболеваемости. Выпускникам 9 и 11 классов болеть некогда. Школьники усиленно готовятся к выпускным экзаменам. Русский и математику базового уровня сдают все. Приоритетными дисциплинами по выбору в 2018-м являются обществознание, математика профильная и физика. С профессией большинство ребят определились. Например, половина выпускников Нижнекуранахской гимназии планирует связать свое будущее с программированием. Да, у нас два профиля. Физико-математический профиль, 7 человек в этом профиле, и социально-экономический. Да, планируют сдавать 5 человек информатику. В этом году ЕГЭ, я имею в виду, и связать свою жизнь в дальнейшем с информатикой. Напряженная наступившая неделя обещает стать для дошколят и учащихся начальных классов. Всероссийский ежегодный конкурс «Чтецов. Живая классика» завершился, но литература продолжает звучать в детских садах и школах. Произведения якутских и русских авторов прочтут младшие школьники и воспитанники детских садов. Таковы новости Алданского района. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с Якутией.